Еще можно проходить, но... Батюшки нету пока. Сейчас подожди свои. Ты писал, что живые были, не замирали. Сейчас. Я на курсе.
И царица. А тут поставили простые такие. Значит, я думаю, как для учителя она все были прихотливы. Ну что, знаете, все, проходите. Что? Мать поставить. Было что-то возле них-то, надо видеть, но сейчас ты как-то там плотно стоит. Так, молимся. Когда говорит слово жениху невесте, сад заканчивает пожелание им. Много лета в мире, в любви прожить. Вот и все так. И как там на этих там горке. На столе все, что есть, кушайте. Здесь вода, бутылка компот, графина помаленьку вина. Все. Во здравие Божие. Thank you.
Снимать трапезу, что ли? Ну-ка, быстро сели. Не, ну, дело в том, что все едят, он в рот залазит. Ну. Садитесь, ешьте, говорю. Что? А Володе можно покушать? Нет, я понимаю. Вот это покушаем. Так долго будет. Ну, ничего. Потом уже попадем. Она работает. Девочка, ну, крутится лежать. Сиди, с тобой не храни, надо. Вот так, если что, нормально? Дай эту тарелочку, где-то садим. Иди, одень ее. Так, как то, что еще? Я когда Thank you.
компот открыть, можно компотом подать. Мы еще не поставим, хорошо. Ничего, ничего, у вас много было всего, поверьте. А ведь они все проиграли. Много было. Больше у вас. Всегда сажать за сад. Откуда работает? Вперед, маленько там. С той стороны можно заснять. Нет. Сейчас мы практически без вместе живем. Еще садись, наверное, все, туши, все одинаково. А, я буду слово. Можешь открывать, в конце закончишь, ты выйдешь. Самим человеком. Остановимся все, прекратим пока. Прося, слышал? Все, батюшка предоставит. Нет, я не просил, я говорил, что поели, и в конце я скажу, не надо. Ну поели, все, уже поели, давайте, говорите. Не поели, некоторые едят. Два человека останутся, как у нас, которые не поели. Ну здесь не лагерь же, не лагерный устав. Ну говорите, все уже поели, все остановились, а никто ничего не берет. Говорите слово. Позвольте мне. Уважаемые, дорогие, братья наши, Вика, Анна. Пойди поближе, чтобы слышно, главное, слышно. Общины, так сказать. И хочу, конечно, пожелать вам мира, любви, в семье, согласия, что взаимопонимание. Любовь, конечно, это жертвенность своего рода даже. Не всегда нам удается это, но надо к этому стремиться. И хочу напомнить особенно молодому супругу, так сказать, за этим праздничным столом, жене с ее мужем, хочу напомнить об одном старинном правиле, о том, что и в грядущем, и в былом всем весьма полезно. Вот пахарь, склоняясь над плугом или усеивая рожь, не раз обмолвится друг с другом, мол, что посеешь, что пожнешь. Так и в семье. Не требуй от жены того и не жди, чего не сеял. Ведь если хочешь хлеба, то надо вырастить его. И навсегда запомни, друг мой, что не сеял, да. Если ты не посеял, то тоже не жди всходов. И вот, что навсегда запомни в том, что изначально это является, ну, пшено, пшеница. То есть то, что посеял, зерно. Вот если зерно посеешь, зерно в доме, зерно любви в доме своей, то тогда оно созреет колосом. Вот это все зависит, конечно, от обоюдного желания, от обоюдного стремления сохранить мир, любовь. Тут надо и долготерпение, и все прочее.
А тем более нам, верующим, это вот семья, это, как известно, это малая церковь тоже. К ней требуется тоже вера, вот, терпение, стремление к миру, согласие, любви и так далее. Будьте счастливы, и дай вам Бог, помоги вам в вашей жизни. Это вам дядя Володя. Новое лето. Подождите, я как книга Тавита говорит, когда провожал отец свою дочь, он сказал жениху, береги, говорит, ее, даем на сохранение тебе дали. Теперь ближе и дороже, чем ты, Иваночки нет никого здесь, запомни. Ну да, это одна. Люби ее, плод. Люби ее всем сердцем. А ты уважай мужа, чтобы у мужа был авторитет выше, чем твой. Это запомни. Никогда мужа нигде не унижай. А ты ее сохрани, так говорит слово Божие. Тебе родители дали его на сохранение. Ее сохрани. Аминь. Муж, теперь его родители, твои родители, теперь ты должна называть папой и мамой. Так же слово. Спасибо. Аминь. Долгое лето, долгое лето, сюда, проходите. Мир всем. Сюда, сюда, проходите. Здесь Кавказ, здесь мы потом. Да, да, да. Сюда, проходите, где это? как счастливое время.
значит, от семьи Савченко. Поздравляем вас с замечательным торжеством и вручаем эти скромные подарочки, то есть мультиварка и постельное белье. Поздравляем. Спасибо, Христос. Желаем вам многие лета. Ну, немножко подышим.